На территории Туркестанской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Его целью являлась профилактика нарушений правил дорожного движения, снижение аварийности и дорожно-транспортных происшествий, а также повышение транспортной дисциплины среди водителей. В ОПМ приняли участие около 1000 сотрудников департамента полиции Туркестанской области. Всего за 10 дней «Безопасная дорога» стражи порядка выявили 11615 административных правонарушений, в том числе 227 нарушений, совершенными водителями общественного транспорта. К административной ответственности привлечено 340 водителей за превышение скорости, выявлено 28 фактов наезда на встречную полосу, 417 нарушений правил маневрирования и 110 случаев проезда на запрещенную сигнал светофора. Также наказаны 1012 водителей за использование телефонами при управлении транспортными средствами и 2124 за непристегнутые ремни безопасности. С 8 по 17 ноября текущего года на территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Цель данного мероприятия является недопущение дорожно-транспортных происшествий. За текущий год в Туркестанской области у нас было выявлено, именно по перед ОПМ выявлено более 12 тысяч административных правонарушений. Из них грубые нарушения по статье 608 КОАП РК, то есть за нейтральном состоянии, езду в нейтральном состоянии у нас было 59 правонарушений. Также выезд на встречную у нас 596 часть 3 у нас выявлено 28 фактов. А также сейчас у нас, как встречается, нарушение скоростного режима, согласно статье 592 КОАП РК, у нас было 340 правонарушений было выявлено. Уважаемые водители, департамент полиции Туркестанской области вас предупреждает, чтобы вы не нарушали правила дорожного движения. Также в связи с погодными условиями просим вас поменять зимние шины на автомашинах. Отметим, что в ходе «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Туркестанской области провели разъяснительную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и повышению транспортной грамотности среди участников дорожного движения, а также раздали около 4,5 тысяч листовок о необходимости соблюдения правил дорожного движения.